надеюсь, нас еще кто-то смотрит. Привет, это Now is Good Vlog. Я устроился на работу. На полноценную работу, на которую нужно идти утром, возвращаться вечером, и свободного времени почти нет. Если бы эта работа не была связана с видео, то я бы, конечно, на нее не шел и не отправлял свое резюме. Но я занимаюсь своим любимым делом. Поэтому времени на мое второе любимое дело, это YouTube, почти нет. Вернее, его вообще нет. Следом после этого выйдет еще одно видео, на которое у меня ушло 2 недели. Оля снимал влог, я 2 недели его делал. В одну субботу и воскресенье мне удалось его смонтировать. И через неделю, после того, как я отработал, в следующую субботу и воскресенье мне удалось его завершить. И только сейчас вы его увидите. Вот так, со временем. У нас очень дружелюбный и очень классный канал, поэтому у меня для вас есть предложение. И предлагаю перед началом каждого нашего видео вставлять вашу ставку. Она должна выглядеть несложно, вот так. Всем привет, я Дима, я из Петербурга, и вы смотрите Now is Good Vlog. По-моему, ничего сложного. А это будет делать наш канал дружелюбней и показывать интересные места. Так что, если оценили эту идею, лайк. Сразу после этого выходит новое видео. Очень много времени на него ушло, но я надеюсь, вам понравится. И Оля не зря ездила. Так что, давайте.